Сегодня ветра нету, так можно будет снять. Вот это лимонное дерево такое подросло за год всего лишь. Такое маленькое. Это кустики миндаля. В прошлом году они вообще были жирненькие, сейчас стали уже. Году отсадил детку пальмы. Эта пальма размножается детками такими. Тут тоже в прошлом году кусты сажал, на предыдущем видео можно посмотреть. Это вот в прошлом году дерево было как прутик. Сейчас вот какой-то за год вырос. И вот тоже было как прутик дерево. Сейчас какое стало большое дерево. И на предыдущем видео будет видно, вот здесь были повреждения вот в самом низу. Садовники повреждали, но сейчас заросло все. Это тоже маленькие кустики миндаля, но не сильно подросли. А вот это вот эта пальмочка, вот эта, сейчас я подойду, откуда взял. Тут вот такая будет пальма. От нее детки вот тут. По всему кругу я отсюда и брал. Ну, одна только принялась. Это вот детка. Это вот такое типа фикуса, наверное. Все, наверное, уже 2 месяца как посадил. Клинилось от корня.